Всем давай. Привет! Мы в Екатеринбурге, с вами JB TV, школа современной хореографии Райден. Сейчас мы находимся в Гринвиче, меня чуть не зажало в эскалаторе. Мы ходим, мерзнем и не знаем, где поселиться, но у нас охрененно круто, вот. Вот у нас прошел мастер-класс от самого Фабриза из Франции, кстати. Мастер прошел очень круто. 3 часа танцы. И только так, знаете, что еще там было? Танцы, еще раз танцы. Было нереально круто. Позитивы, эмоции. Просто... Вы смотрите Ньюсблок. Ты кто, мальчик? Привет, Уфа. Наконец-то мы добрались до этого Екатеринбурга. Ходим в поисках гостиницы, отеля или чего-нибудь такого, ночлега. Зашли в какой-то мы Гринвич и так что... Поехали. Это мой райончик. Сегодня у нас уже был мастер-класс, сейчас мы едем домой, завтра будет у нас большой фестиваль, это большая туса просто 21 века, воркшопс, хип-хоп. Чувак, это мой райончик. Закончился этот фестиваль «Калинка-малинка» батлы 2012. Это самое грандиозное событие танцевальной хип-культуры Поволжья. Мы просто рады, что так все быстро закончилось. Мы просто целый день там тусили. Поездка подошла к концу. С вами был Ньюсблок и JBTV. Всем пока и удачи. Наконец-то мы покидаем этот город Екатеринбург. Самый прекрасный. И надоел, как он нам надоел, домой хочу. Сколько? Сколько? Чё почём, ребят? Братиш, подскажи, пожалуйста, когда мы приедем, а? Чё? Шо? Не, ну, братиш. Оля. Валера, твой выход. Оля, а как у тебя дела? Эй, ты, Кирилл. Братиш. Не, ну, братиш, я к тебе обращаюсь, ну, чё ты, а? Че, чё? Да. Братиш, есть чё, а? Что нужно? Есть чё? Что нужно? А ты как это, нормально, да? Пошли со мной, пойдём. Пойдём.